Всем привет! Сегодня у нас история подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, она ждет нашей с вами помощи. Добрый день, Галечка. Я уже давно являюсь вашей подписчицей, и вы мне очень импонируете. Хочу спросить у вас совета, так как моя история ничем не отличается от сотен других. Мой мужчина турок, знакомы мы давно, больше года. Мы любим друг друга и уважаем. У нас прекрасные доверительные отношения, мы можем часами говорить обо всем на свете. Нам не бывает скучно друг с другом, нам комфортно, уютно, свободно, наедине. Никто никого не напрягает. Нет попыток управлять, манипулировать или менять друг друга. Ни с моей стороны, и с его тоже такого нет. Никаких пропаданий, то звоню, то не звоню, то буду, не буду. В общем, никаких качелей. Все четко, понятно. Каждый из нас знает, чего хочет, и озвучивает это без попыток прогнуть под себя партнера. Познакомились мы в интернете, встречались в реале, конечно. Он прекрасно относится к моему ребенку. От первого брака сделал мне предложение по всем правилам любовного романа. С кольцом, с коленом и так далее. Знакома с его семьей. Я его, конечно, приняла. Собираем документы, планируем свадьбу. Все вроде отлично, но вот во время медкомиссии на работе мне диагностировали заболевание. Не смертельное, конечно, но малоприятное, требующее нескольких месяцев лечения. Сказать, что я расстроена, это ничего не сказать. У нас нет тайн, секретов друг перед другом. Мы об этом договорились сразу. От этого мы не отступали. Он очень мне дорог. Я не хочу и не могу его обманывать. Но я не могу предвидеть его реакцию. Мне страшно. Я не знаю, как правильно преподнести ему это. Прошу у вас совета и как у психолога, и как у простой женщины. Как мне правильно поступить в этом вопросе? Спасибо вам огромное. Тут немножко дополнение еще есть к письму. Мы довольно долгое время на расстоянии, и теперь снова все откладывается из-за этого, и боюсь, что он просто устанет ждать. Хотя, с другой стороны, это неплохая проверка на прочность, что человек готов быть со мной не только когда хорошо, но и когда плохо. Спасибо вам огромное, всего вам наилучшего. Смотрите, да, здесь проверка на прочность отношений. Я, честно скажу, не вижу здесь никакой проблемы. И это очень хорошая проверка, прям просто посланная вам с небес, о том, что как он себя поведет. Вот, покажите ему. Это же, я не знаю, честно говоря, как можно отпугнуть человека своей проблемой. Значит, в отношениях все нехорошо, если его это может отпугнуть. Это же самый главный, просто это классное. Короче, для того, чтобы не бояться какой-то болезни, чтобы не бояться последствий этого и так далее, все, на все мы смотрим позитивно и ищем позитивный момент. Да, болезнь несерьезная, не рак, слава богу, но что-то там, да, у вас есть такое, не очень приятное, но не смертельное. Плюс первый, я не умру, это не смертельно. Второе, мне это нашли, это вылечат, и я потом буду полностью здорова, с моим здоровьем, со мной все будет в порядке. Следующий плюс, эта проверка происходит до моего переезда, до свадьбы, он уже предложение сделал. Вот и посмотрите, как на него можно положиться. Плюс, когда вы выйдете замуж, вы будете переезжать с ребенком, скорее всего, правильно? Соответственно, если он вас в этой ситуации может оставить, кинуть и убежать, а как вы вообще с ребенком можете переезжать? Это отличная проверка. И плюс еще какой я вижу, когда он эту, скорее всего, как вы описываете, все действительно отношения хорошо, нормально, пройдя эту проверку, ваши отношения станут еще ближе, вы сплотитесь с ним, и вы ему больше сможете доверять. Честно скажу, мне кажется, у вас есть страх из предыдущего опыта нехорошего, когда вы не могли человеку довериться и вас предали в тяжелой какой-то ситуации, не обязательно связанной со здоровьем. Проблема доверия. И даже если в ваших этих отношениях все идеально, вы все равно оборачиваетесь назад на этот предыдущий опыт. И для вас, как для человека, скажу, это неправильно, потому что вы в прошлый раз не взяли вот эти позитивные моменты из опыта, минусы переделать на плюсы. А вы зациклились на негативе, и у вас страх. Вас, за вами гонится страх вот этих из предыдущего опыта, нехорошего, с предыдущего, скорее всего, отношений с мужчиной, или предательства в семье какого-то, что у вас было. Поэтому вы сейчас опасаетесь. Еще была такая фраза в дополнении, что я боюсь, что так долго к этому шли, развивали отношения, уже готовы сейчас переезжать, предложение сделал. Я боюсь, что если моя болезнь типа там затянется, лечится несколько месяцев, то он соскочит и там не дождется. Я вообще считаю, что в нормальных, органически созданных, не искусственных отношениях, когда два человека любят друг друга, есть чувства, то наоборот, в невзгоды
горести, они объединяют. И порой эти проблемы со здоровьем или еще с чем-то, они объединяют даже людей, которые в отношениях, например, состоят, но уже не очень теплые отношения, или отношения начинают рушиться и так далее. Но на какой-то период, если у вас еще и дружба в отношениях заложена, то это наоборот объединяет. Я вообще здесь не вижу ничего такого, что может пугать, отталкивать и переживать отношения. Во-первых, я не верю, как говорю, в существование какого-то конкретного там бога и во Вселенную тоже. Я верю в то, что если вы называете это условно бог, то бог внутри вас. И все, что вы создаете вокруг себя и притягиваете, и создаете ситуации, которые происходят, моменты, это часть вашей ответственности на вас лежит, да? То есть для вас в вашей жизни это к вам пришло, я не знаю, Бог послал, называйте как хотите, да, или вы это притянули, еще как-то судьба послала для чего-то, для того, чтобы я стал сильнее, чтобы я, скажем так, себя, апгрейд себе сделал, улучшил себя, вырос на этом примере, на этом опыте. Вот опыт, который у вас страх из прошлого давит и вызывает недоверие сейчас в отношениях, вы не апгрейднулись, вы его не приняли, этот опыт, вы от него бежите, он вас пугает. И чтобы побороть свой страх вообще относительно всего в жизни, очень простая схема, как мы с вами живем. Часто девушкам на консультациях это объясняю, это проблема каждого второго. Я не исключение, я тоже там подвержена каким-то страхам, но я, скажем так, со временем анализирую, включая мозг, и со страхом начинаю бороться, потому что я знаю, пока я боюсь чего-либо, я слабый. Я становлюсь сильным, когда я страх преодолеваю. А как начать преодолевать страх? Идти ему наперекор. То есть то, чего я боюсь, начинать это делать. Но это же страшно. Я боюсь вообще, скажем так, начать что-то менять. Поэтому надо вычленить конкретно свой страх. Чего я конкретно боюсь? Посмотреть своему страху в глаза, в лицо. Просто, ну, это образно, да, все я говорю. Признать свою ошибку или свой страх, свою какую-то проблему, да. Это уже и есть посмотреть в глаза, то есть не обезличенное что-то, а конкретно знать, чего я боюсь. Что к этому привело, что я начал этого бояться? Это как опыт в будущем не повторять ошибок, чтобы этого страха не было, да, опять что-то не бояться. Посмотреть своему страху в глаза и признать, да, я сейчас слабый, сейчас вот этого я боюсь. И шаг за шагом с маленьких моментов каких-то, с маленьких шажков, мы начинаем ликвидировать этот страх, когда мы с ним познакомились, посмотрели в лицо и делаем, вот я боюсь, я делаю вот такие-то действия, я от страха убегаю, и он меня преследует, как моя тень. Вот пока я от страха бегу, он всегда будет меня преследовать, никуда он не уйдет. И когда вы развернетесь, посмотрите страху в глаза и начнете маленькими шажками идти ему навстречу, вы подойдете к страху, приблизитесь с ним лицом к лицу и увидите, что ничего здесь нет. Все страхи в вашей голове. Потому что страх — это часть меня. Страх — это то, чего я боюсь. Это не мама моя, не папа, не брат, не друг. Не кто-то еще это боится. Это отзывается внутри меня. Даже если этот страх пришел из внешних каких-то факторов. По сути, наш страх, чего мы боимся, это наша слабина. Наш слабый моментик то, чего, например, я себе не знаю, не хочу знать или... То, чего я боюсь, это моя слабина, мой маленький момент, где я не сильный. Но я могу стать сильным, и сила к вам придет, когда вы, скажем так, этого антагониста, этот страх поборете. А вернусь немножко, да, там до этого упустила, не договорила, как побороться с страхом, надо делать ему наперекор. Я боюсь что-то сделать, а я делаю шажки к тому, чтобы на пути к своему страху и делаю так, как то, чего я боюсь. Но начинаем просто издалека и с малого. Ой, пример, я даже не знаю, на какой-то пример привести. Ну, окей. Пусть будет, не знаю, там, страх пауков, змей и так далее. Фобия. Фобия — это серьезно, это с психикой, да? Я вот начинаю, например, куплю книжку про паучков, жучков, там, змей. В принципе, насекомых, например, если у тебя, да, боятся, я открываю книжку, начинаю читать.
Мне страшно книжку в руки взять. Они мне противные, неприятные, но я заставляю себя. Я ломаю свою рефлекторную дугу, потому что стимул реакции. Я раньше боялась, убегала, все. А тараканы, жуки, пауки, скорпионы, там змеи за мной бегут дальше. Я всю жизнь от них буду убегать, да, ухудшая качество своей жизни. Вот я купила книжку, начинаю листать. Листочки мне страха не причинят, да, из них паук на меня не выпрыгнет, как пример, да, нечего бояться. То есть вы всегда должны на каждом шагу оценивать риски, что плохого-то со мной может произойти. Ну, книжка, она мне нанесет вред? Нет. Паук на меня с нее выпрыгнет? Нет. Укусит? Нет. Мы листаем, пролистали книжку, познакомились, ничего не страшного нет. И тут я уже эту книжку могу обнять, я могу, там, не знаю, с ней прилечь на подушку. Я не боюсь атаки, у меня нет страха книги, в которой там нарисованы жуки-пауки всякие. Следующий шаг. Мы идем в зоопарк или какой-то там, не знаю, террариум, да, где я их могу издалека хотя бы увидеть, этих жуков-пауков страшных, которые я всегда боялся, их живых. Когда есть опасность, что они могут там, не знаю, накинуться, уколоть или еще что-то сделать, что я боюсь от них, да. Но... Опять же, на этом шаге мы оцениваем риски. Они на меня могут прыгнуть из аквариума, он закрыт, ничего не произойдет, то есть они не могут мне нанести физический вред. Плюс это закрытое какое-то там помещение, я могу выбежать на улицу, убежать всегда. Убежать вы вообще всегда можете, но мы же со страхом боремся. То есть у меня есть отходной путь. Второе, третье, здесь есть сотрудники, специалисты, которые этим работают. Если произойдет ЧП ситуация, треснет это стекло, все-таки в аквариуме жуки, все эти пауки выпрыгнут. Есть люди, которые будут ловить, всех нас эвакуируют, не дадут нас в обиду. То есть у нас есть защита. И тут мы уже потихоньку, шаг за шагом, поближе подходим к этому аквариуму, смотрим на этих пауков. И окей, ничего страшного, или сегодня зашли, тут постояли, настоялись в этой атмосфере с этими жуками, пауками, в этом террариуме, они там далеко. В следующий раз, через неделю, я прихожу, покупаю билет в этом зоопарке, в этот террариум, и делаю шаг ближе. И понимаю, опять со мной ничего плохого не произошло. Опять в очередной раз аквариум не треснул, жуки не разбежались. И так раз за разом, ближе и ближе. Настанет момент, когда вы подойдете к этому террариуму. Потом со временем пойдет время, когда вы там, не знаю, найдете пути, где этого жука потрогать. Потом вы поймете, что они ничего страшного не делают. И вообще мелкие существа, они боятся тех, кто в природе сильнее и больше. И на самом деле все эти пауки от вас разбегаются, потому что вы просто больше. И они вообще боятся атаки от того, что больше. Это природа, это инстинкты. И вы увидите, что эти жуки сами вас боятся. И так это работает с каждым страхом. И когда вы чем больше делаете шагов, с каждым шагом ваш страх внутри вас уменьшается, уменьшается, уменьшается. Вы становитесь сильнее, сильнее, сильнее. Самооценка растет, растет, растет. И вы уже не чувствуете себя слабым и трусливым. Вы собой начинаете гордиться. Я преодолеваю свой страх. Очень простая инструкция, работает к любым абсолютно страхам, фобиям, кошмарам и всему-всему-всему прочему. Главное это делать последовательно. Знакомиться со своим страхом и его преодолевать. И просто помните, что страх чего-либо вообще, это только в моей голове, потому что у человека рядом этого страха, скорее всего, нет. Это я для себя сам придумал в силу каких-то обстоятельств. Я этого боюсь. А у другого человека таких обстоятельств не было, он этого не боится. Соответственно, этого только я боюсь. Значит, и я могу с этим побороться. Я могу быть как тот человек рядом и этого страха не иметь. Все предельно просто. Я надеюсь, этот практический совет вам будет очень полезен. И если вас это отзывается, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, расскажите, какие у вас были страхи, как вы их преодолевали, получилось ли у вас это. Я всегда оставляю под видео свою почту, вы можете написать мне письмо для истории анонимной, либо записаться на психологическую консультацию. Спасибо вам большое, буду благодарна, если вы подпишетесь, поставите лайк или постните это видео. Скоро увидимся, всем пока!